a season of restoration. Итак, первая книга Царств, 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, и пойди, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину. Ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, «Я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иессея и сыновей его к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал, «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Скажите тому, кто сидит рядом с вами, я тебя вижу. Многие люди говорят мне, пастор, меня никто не видит. Я понимаю, что они имеют в виду. Этот парень хочет встречаться со мной, но он меня не видит. Он видит меня, но он не видит меня». Также может быть и у вас на работе или в учебном заведении. Но если вы собираетесь исполнить свое предназначение, то вам нужно понять, кем Бог создал вас, а также вам нужно быть самим собой. И позвал Иессея Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иессея Самму и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей, «Есть еще меньший, есть еще наименьший вероятный кандидат, наименее талантливый и примечательный, если смотреть с нашими глазами. Он пасет овец». Сказал Самуил Иессею, «Пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Это слова к кому-то из вас сегодня. У вас приятное лицо, вы хорошо выглядите. Вы самое красивое поколение, которое жило когда-то на этой земле. Вы Сидрахи, Месахи и Авдинага этого поколения. Бог поднял вас специально для этого времени. Вы будете менять историю и сотрясать этот мир. Вы будете там, где и представить не могли, потому что на вас Божья рука. Он знает, кто вы. Он знает, кем Он создал вас. Он избрал вас во Христе еще 2000 лет назад. И поэтому вам пора подняться и светить, и быть всем, кем призвал вас быть Бог. Во имя Иисуса скажите «Аллилуйя». Сегодня мы говорим не о том, как вас видят люди, или что они думают о вас, а о том, как вы видите себя, и что вы думаете о себе. Самое сильное мнение о вас после мнения Бога — это ваше собственное мнение о себе. Поклоняясь Богу, Давид открыл не только Бога, но и себя. В глазах людей он пастушок, а в глазах Бога он царь в процессе формирования. Он кто-то, а не кто. В глазах людей он был не самым умным, не самым подходящим, но он был избранным. И я хочу сказать вам, что вы избранные люди. Вы царственное священство, люди, призванные самим Богом. Вы были выделены из тьмы в Его чудный свет. Вы были избраны Богом для этого времени, чтобы творить историю,
мною и менять этот мир. Я не знаю, можем ли мы по-настоящему открыть себя за пределами Бога. Мы никогда не узнаем нашу значимость, ценность и то, кто мы на самом деле, за пределами того, кто нас создал. Я понимаю, что все мы любим приятные слова. Думаю, это поколение зависимо от соцсетей с их лайками и дизлайками. Сколько у вас подписчиков? Это настоящая пандемия. Я понимаю, что сейчас COVID, но у нас также идет пандемия соцсетей, где, как нам кажется, мы узнаем нашу ценность и значимость, исходя из того, что о нас говорят люди. Но не важно, что говорят люди, важно лишь то, что говорит Бог. Если вы еще молоды, то вы находитесь на пути открытия самого себя. Возможно, вы этого не понимаете, но вы пытаетесь понять, кто вы. Вы пытаетесь разобраться, кто вы такой. Наше представление о себе в основном формируется дома. Что говорит моя мама? Что говорит мой папа? Что говорит культура? Что говорит современная система образования? Так я открываю самого себя. Что говорит моя характеристика? Что говорят мои друзья? Что говорит мой парень? Если вы самая классная девчонка в городе, то вы уверены в себе. Если вы крутой парень, капитан команды по регби, то вы уверены в себе. Но вы не можете быть капитаном вечным. Вы не можете быть самым крутым и самым классным вечным. Вам нужно найти что-то более глубокое, чем оценка других людей, чем мнение, которое люди пытаются навязать вам. Вам нужно открыть для себя, кем вас создал Бог. Как Бог сказал Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Павел сказал Тимофею, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом». Бог сказал Иеремии, «Не говори, я слишком молод». Неважно, сколько вам лет, потому что Бог не призывает квалифицированных, Он квалифицирует призванных. Аминь. И вы должны знать, что Бог принял вас, оправдал вас, провозгласил вас праведными и назвал вас избранными во Христе еще до основания мира. Аллилуйя. Мнения людей играют важную роль в нашей жизни, но ни один человек не имеет права определять, кто мы и какова наша ценность и достоинство. Ни ваш муж, ни ваша жена, ни директор школы, ни ваш парень, ни ваша девушка и даже не ваши родители. Иногда люди такое говорят. Слава Богу, я никогда не говорил ничего негативного своим детям, потому что я понимал силу слов. Как-то, когда Анжелик была еще маленькой, мы очень аккуратно подбирали слова к нашим детям, понимая силу этих слов. И однажды она сделала что-то не так. А я сказал, не будь глупой. Она топнула ногой. Она была маленькой белокурой девочкой. Она топнула ногой и сказала, «Папа, я не глупая». Я ответил, «Прости, Анжелик, я каюсь». И прошло уже 20 лет, а я все еще каюсь, потому что за секунду я мог разрушить целый мир, сказав какую-то глупость. Это было слишком беспечно. А теперь подумайте о Давиде. Пророку показали семерых сыновей, а он спрашивает, а есть еще кто-то? Представляете, вы выросли в семье, где вы никогда не были первым. Вы не были первым в спорте, в оценках. Очень часто люди оценивают лишь то, что видят в табеле с оценками. Но Бог не такой. Бог видит вас. Он видит, кто вы на самом деле. Он видит вас того, кого Он предопределил. Бог видит ваш потенциал. И кем вы можете стать? Правда в том, что ни один человек не в силах показать вам, кто вы на самом деле, какой у вас по-настоящему потенциал, достоинство и ценность. Если мы даем кому-то такую власть в своей жизни, то мы подвергаем себя опасности контроля, эксплуатации и манипуляции. Иными словами, если нам хорошо только тогда, когда люди говорят о нас что-то хорошее, мы открываем себя для эксплуатации. Например,
Так, вас могут использовать в разных ситуациях, но при этом люди не видят вашей истинной ценности. И вы теряете себя, когда начинаете карабкаться по лестнице того, что может принести вам счастье и успех. Вы хотите, чтобы вас увидели и заметили. Вы хотите получить признание. Да, мы нуждаемся в принятии. Но даже если никто не хвалит и не принимает вас, знайте, что вы уже приняты, призваны и избраны. Вы оправданы Богом Небес. Аллилуйя! У нас есть будущее и надежда из-за того, что о нас говорит Бог. Если вы верите в это, то можете вскочить с этого места и воздавать Богу непрестанную хвалу, потому что запомните, что люди фокусируются на том, что они видят, а не на том, кто мы на самом деле. И они относятся к нам соответственно. Бог фокусируется на том, что никто не видит, на нашей истинной ценности, и Он относится к нам по-другому. Что видели люди, глядя на Давида? Лишь только пастушка. А что видел Бог, царя? Что видели люди, глядя на Иакова, обманщика и мошенника? А что видел Бог, князя или принца? Аллилуйя! Что видели люди, глядя на Симона Петра? Они видели тростник, того, кого носит, в самые разные стороны. А что же видел Иисус? Он видел камень, Он видел того, кого Он использует для строительства церкви и создания крепкого основания для христианства. Что видели люди, глядя на Гедеона, самого маленького, самого слабого? А что видел Бог, могучего воина? Даже в укрытии Бог разглядел могучего воина. Бог не смотрит на внешность, и Богу не нужно чье-то мнение, чтобы выбрать вас, потому что Он выбрал вас еще 2000 лет тому назад. Богу не нужно признание того, что Он делает со стороны других людей. Он может призвать и назначить вас Сам. Он может вас послать и поддерживать вас. И Он никогда не оставит и не покинет вас. Он помажет вас прямо перед вашими братьями. Он помажет вас даже в тюрьме или в яме. И переведет вас во дворец в свое время во имя Иисуса. А почему же так важно знать, кто вы? Потому что если мы не знаем, кто мы не знаем, на что мы способны. Вначале быть, а потом делать. Вначале я есть, а потом уже я могу. Мне нужно знать, кто я. Но не то, кем вы меня считаете. Или моя мама, или мои учителя, или другие люди. Мне нужно самому разобраться, кто я, потому что перед тем, как исполнить предназначение, нужно узнать свою идентификацию. А как Бог видит вас? Смотрит ли Он на ваши недостатки, промахи и ошибки? И что Бог приготовил для вас? Какой у Него план на вашу жизнь? Неужели ваша жизнь зависит от того, насколько богатым будет ваш муж или жена, чтобы мы могли добиться чего-то в жизни? Вам действительно нужно переспать с начальником, чтобы получить эту работу? Неужели вам обязательно продаваться этому миру, чтобы быть популярным? Неужели вам обязательно делать то же, что и все? Нужна ли вам земная популярность для того, чтобы вас приняли на небе? Друзья, если с вами Бог, то вы уже победитель. Если с вами Бог, то вы уже большинство. Когда Бог на вашей стороне, вы не можете потерпеть поражение. Вы будете победителем. Вы обязательно достигнете успеха. Мне нравятся те истории, которые я слышу в нашей церкви. К примеру, один гитарист хотел быть доктором.
но не мог из-за определенных политических вопросов. Он учился в колледже, а потом пошел работать, но когда ему было 26 или 27 лет, он начал изучать медицину, потому что он понял, что именно к этому призвал его Бог. Неважно, что говорите вы или система, неважно, какого цвета моя кожа, если Бог запланировал это для меня, то задержка — это не отказ. Я не собираюсь отказываться от моей мечты, от моего предназначения и от моего будущего, потому что я знаю, кто я и чей я. Я знаю, кто я. И поэтому я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому я должен знать, кто я, перед тем, как я пойму, что я могу делать, иначе я постоянно буду ждать одобрения со стороны. А что делать, если его не будет? Потому что чем выше вы поднимаетесь, тем меньше людей вам аплодируют, кроме тех, кто уже на небе. Поэтому вам нужно понять одно. Хождение с Богом — это посвящение. И это путь, на котором вам придется найти себя. Когда все вокруг гуляли и развлекались, Давид ухаживал за овцами своего отца. Так он открыл для себя Бога, а затем он открыл самого себя. И это сделало его кем-то особенным, человеком по сердцу Бога. А кем вы можете быть, юноши и девушки? Вспомните Давида. Его собственный отец забыл о его существовании. Он явно был не самым любимым ребенком в семье. Он не был первым в списке. Пророку даже пришлось спросить, «А есть у тебя кто-нибудь еще?» «Ах да, Давид! Но это не может быть он. Он ведь просто пасет овец». Но отец не знал, что пока Давид пас его овец, он стал поклонником Бога. А благодаря тому, что он был Божьим поклонником, он стал Божьим воином. Аминь. Настоящим воином. Он сражался для Бога. Он убил льва и медведя, потому что он знал, кто он. Пока люди видели пастушка, он был будущим воином. Он был будущим царем из-за своих отношений с Иисусом Христом. Библия говорит, что люди, знающие Бога, будут делать великие дела. Скажите, я буду делать великие дела во имя Иисуса. Если бы Давид не смотрел на себя глазами Бога, то остался бы пастушком до конца своих дней. Услышьте меня. Давид мог бы остаться пастушком. Гедеон мог бы остаться в том точиле. И вы также можете застрять в вашем вчерашнем дне. Вы можете застрять в своем неправильном воспитании или в проблемах, созданных апартеидом. Или же вы можете пережить встречу с Богом и оставить прошлое позади. Иными словами, когда вы находите Иисуса, вы находите свою истинную идентификацию. Когда вы находите Христа, вы находите, кем Бог создал вас. Вы получаете прощение, принятие и оправдание. Вы становитесь целостными в Нем. Вы знаете, что в Нем вы приняты и призваны, и в Нем вы живете, дышите и существуете. Вы знаете, что вы благословлены во Христе, посажены на небесах, выше всех сил, начальств и властей, а также мнений людей. Вы знаете, что вы избранные. Я сказал, вы избранные, потому что вы семя Христа. И во Христе вы избраны, назначены и помазаны. Вы призваны быть головой, а не хвостом. Наверху, а не внизу, во имя Иисуса. Если вы верите в это, то можете сказать «Аминь». В Нем мы живем и движемся, и существуем. Поэтому давайте подниматься выше из-за той жизни, которую мы получили в Иисусе Христе. Давайте не позволять людям и их мнениям определять, кто мы. Если это означает, что вам нужно удалиться от ваших друзей, то сделайте это. Если это означает, что вам нужно освободиться от контролирующих духов, то сделайте это обязательно. Поэтому сейчас воскликните громко «Аллилуйя!» Ну, давайте же!
«Удалитесь от разрушающих вас отношений и найдите себя в Боге». А когда люди говорят вам что-то, то это не грубость. Так вы просто защищаете свое сердце. Я знаю, кто я и чей я. Я укоренен и утвержден во Христе. Нет, не в моей культуре и не в экономике. И не в том, что говорят окружающие меня люди. Я именно там, где я должен находиться, это так. Я мог бы рассказать вам множество историй о людях, на которых все махнули рукой, но они стали великанами. Каждый, кто хочет чего-то достичь, должен научиться не обращать внимания на мнение других людей. Мнение, скажем, семьи, друзей, родственников, братьев и сестер. И вы можете сделать это лишь в том случае, если будете утверждены в нем. Если вы смотрите сейчас нас, то знайте, что мы очень любим вас. И Иисус также очень любит вас. Следите за нами в соцсетях и будьте благословенны. Вы можете сегодня принять свое предназначение и улучшить свою жизнь. Так что я благословляю всех вас.